В городском культурном центре состоялся второй этап 24-го фестиваля самодеятельного творчества ветеранов и пенсионеров с песней по жизни. Тема концертной программы «Комсомольские песни» стала для зрителей ностальгическим путешествием в прошлое. Гости получили возможность насладиться выступлениями 22 вокальных, инструментальных и хореографических коллективов, которые исполнили ретро-номера. Мы выступаем уже давным-давно. Вот. Фестиваль идет уже сегодня, 23-й, по-моему, фестиваль. Мы начали где-то с 5-го. Ежегодно выступали, кроме вот 20-х годов, когда пандемия у нас была. Нашему хору, в общем-то, уже 22 года. Да, мы получили все дипломы, какие есть. Диплом первой, второй, третьей степени, лауреаты первой, второй, третьей степени. Мы получили в 6-м году гран-при. В 2019 году мы получили почетного коллектива народного творчества Ханты-Мансийского округа. Фестиваль начался в диско-холле с музыкальных композиций от эстрадно-духового оркестра «Вдохновение». Среди почетных гостей были ветеран комсомола Ирина Сердюкова и секретарь комитета 6 всесоюзных ударных комсомольских строек, что были в Сургуте и Сургутском районе, Любовь Кошелева. Кульминацией фестиваля с песней по жизни станет гала-концерт, который пройдет 15 ноября в театре «Сургу».